Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Half-Life 2, эпизод 2. Итак, сейчас мы только что были героями. Гордон, слава богу, ты жив. Ну? Glad that's over. Мы не могли попасть внутрь, пока ты не запечатал шахту. Двери бункера были заблокированы. Воистину, это печальная правда. Обрадую-ка я папу, что с тобой все в порядке. Итак, какой я герой? Перебил всех. Да. Все хорошо? Автомат ушел. Нет, это у меня автомат есть. База безопасности. Чудно. Мы готовы смотреть передачу «Джудит». Мы сейчас подойдем. Давай, куда нам? Пускай Фримен следует за нами. Давай. Я уже здесь. Если Алекс Вэнс примет на себя роль сопровождающей Фримена, я вернусь к своим почетным обязанностям. Конечно. Хорошо. Спасибо за помощь. Согласен. Доктор Клянин. Давай. Джудит улетела на север сразу же, как они прибыли сюда. Но он не сказал зачем. Пойдемте. Там что-то мигает. Надеюсь, это не надо уничтожать. Это что такое? Подождите. Не понял, это было, нет? Непонятно. Куда это мы пришли? Неизвестно. Вот мне бы броню бы до сотни догнать. И ты по-английски, да? Так. Так. Нельзя было ее отпускать. А, это та баба. Папа. Тут есть что-то еще. Так. Это ключ какой-то воткнутый. Это же Борей. Боже правый. Что это Борей? Что? Что? Борей? Он действительно существует? Да, да. Несмотря на свой мифический статус, это реальный корабль. Наши коллеги из лаборатории исследования природы порталов открыли довольно многообещающий проект. Но они так спешили обойти черную мезу и получить грант, что пренебрегли стандартными мерами безопасности. Мы слышали, что корабль просто исчез. Испарился со всей команды. Ну так вот же он. Все думали, Борей сгинул. Нашелся. Лучше бы он сгинул. Да, но теперь мы сможем использовать его против комбайнов. Использовать? Как? Его надо уничтожить. Но подумай о том, какой это козырь для человечества. Таким мощным оружием нельзя разрушить. Черная меза так ничему тебя и не научила? Такую мощь невозможно контролировать. Илай, риск, конечно, есть, но... У нас в руках координаты, чертежи, радиочастоты. Со стороны доктора Мосман было очень умно зашифровать их в этом сообщении. Значит, она... Каком? Давай. Они вытянут из нее все, что ей известно. Полностью разрушит мозг. Но вовсе не обязательно, что... Я не стану полагаться на случай. Я лечу за это. Папа, Илай, если может быть что-то хуже, чем пленение Джудит, это твое пленение. Смотри, что я достал. Пускай она что-то знает о Борее, но в твоей голове все планы сопротивления. Папа, доктор Кляйнер прав. Мы с Гордоном отлично справимся. Это... Кто же там? Кляйнер? Возможно, Эйнштейн. Еще не расшифровал. О, нет. Данные. Магнусон, я тружусь в поте лица. Осталось совсем немного. Если ты ждешь разрешения от комбайна, скоро они лично прибудут, чтобы тебе его передать. Как можно скорее. Вернусь, чтобы все было готово. Папа, что с тобой? Хватит. Я не позволю, чтобы это повторилось. Только так. Новый черт. Давай. Папа,
Будь готов к непредвиденным последствиям. Что ты сказала? Папа, ничего, все хорошо. Давай, приляг на диванчик, отдохни. Ты едва стоишь. Спасибо. Через минуту только. Мне станет легче. Лови. Хорошо. Бам. Легче. Да, если не трудно. Сейчас включаю. В зале для персонала есть чай. Вскипяти, если он остается. Я мигом. Гордон, ты смотришь за ним? Конечно. Спасибо. Последний раз я слышал эти слова вчера. Ты вошел в испытательную лабораторию, и вдруг он прошептал их мне на ухо. Какие? Ты знаешь, о ком я говорил. Гемен. О нашем общем друге. Когда он принес кристалл, я понял, что испытание надо остановить, но не остановил. В тот день мир рухнул в тартарары. А теперь он использует мою девочку. Говорит ее устами. Будь он проклят. Что он тебе сказал-то? Мне следовало знать, что он спас ее из каких-то чертовых личных соображений. Гордон, не столько надо тебе рассказать. Все потом. Между нами, наконец-то у нас есть возможность. Держи. Давай. Все в порядке. Конечно, милый. Наши планы меняются. Мы не сумеем произвести запуск, пока эти страйдеры... О, простите, что прерываю ваш чаепитие. Если желаете, я подожду, пока вы закончите. Желаем, жди. Фримен, кажется, я нашел тебе идеальное применение. Идем, скорее. Поговорим потом. И на тебе кактуса. И вот этой штукой тебе еще. Что за буквы вот этот? Здесь будут страйдеры. Любой из них способен уничтожить нашу ракету. Ну, а я при чем? Смысл запускать ее, пока есть угроза. Ты доказал, что умеешь преодолевать трудности. Смотрите, опять буквы. Персонал тебя уважает. Я передаю судьбу Белой Рощи и мое новое гениальное оружие в твои руки. Давай. Мы называем его попросту устройством Макрус. Не то чтобы я тешил этим свое тщеславие, а просто это название удивительно прочно призывает. Эй, поживее! Прогреть портал! Опять буквы. Итак, это что-то вроде... Что за вирус? Липучки, только немного сложнее. Все, что тебе надо сделать, прикрепить ее к корпусу страйдера, а затем взорвать. Я не успел изобрести механизм, способный подбросить ее на такую высоту, но твой манипулятор энергетического поля нулевого уровня справится. Идем за мной с этой задачей. Успеешь потренироваться, пока еще есть время. Пойдем. Без паники, Фримен. Этот страйдер уже никому не причинит вреда. Давай, готов. Условиях мы будем передавать тебе устройство Магнуссена через подобные мини-порталы. Но эти устройства отключены ради безопасности базы. В отличие от боевых, они не могут взорваться. Вот так. Теперь целься в корпус Страйд. Хорошо. Теперь достань любое оружие и выстрели в бомбу. Вот и все. С близкого расстояния все выглядит элементарно. Учти, что боевая цель при этом будет двигаться и стрелять. А теперь несколько усложним задачу. Урия, передвинь мишень на дальний конец рельсов. Давай. Дрык-дрык-дрык. Давай, посмотрим, на что я способен. Хорошо, Фриман. Попробуй теперь. Опа. Великолепное изобретение. А то не правда ли? Когда решишь, что набил руку, верни. И еще разок.
Все. Я так понимаю, по одной штучке, да? Я уверен, твоя машина заправлена и готова ехать. В каждой постройке долины есть такой мини-портал, так что бомб у тебя будет предостаточно. Окей. Мне пора вернуться к ракете. Будем работать. Надеюсь, ты не разомнешь мои иллюзии и моих магнуссенчиков. Еще, Фримен, если ты справишься как надо, я прощу тебе то фиаско в черной мезе. Думаю, ты понял, о чем я. Заткнись. Некой истории с кастрюлькой для микроволновки. Простишь. Еще бы я спрашивал бы у тебя. Тут оружие. Оружие. Ну. Доктор Фримен, посмотрите. На. Так. На. Нет. Здесь ничего нет. Я позволил себе немного усовершенствовать ваш автомобиль. Здесь я соорудил полочку для устройств Магнуссона. Хорошо. А еще что? А еще подкрутил радар так, чтобы он показывал комбайнов красными точками. А если вы заблудитесь, он будет посылать сигнал на ваш костюм, чтобы вам было легко отыскать машину. Можете меня не благодарить. Ох ты как. На карту. Давай. Мы сейчас здесь, на южном краю долины. Так. Остальные ребята тут, у старой лесопилки, к северу отсюда. Понятно. Найдите их, и они посвятят вас в план ведения боя. Я останусь здесь, чтобы наблюдать за сражением и докладывать об изменениях обстановки. Удачи. Удачи. Садимся. Так, едем. Лесопилка там, в дальнем конце долины. Ну, естественно. Вот штуки эти, так. Ой. Периметр чист. Никаких следов вторжения. Будьте начеку. Следы вторжения. Стой, вот так. Тебя ждут на лесопилке. Давай туда. А здесь что, не лесопилка разве? Ой, я удачно зашел. Смотрите. Опять. Что это за... Раньше не было их. Так, ладно. Интересно, из чего будет. Читами не пользуюсь. Так, и где лесопилка-то? Ну вот, лес вроде, да? Должна быть лесопилка. Вот здесь вот. Я прибыл. А, они прислали мне в помощь Фримена? Отлично. Давай. Мы насчитали с десяток страйдеров к северу отсюда. Наша задача — не дать им пробиться к южной базе. Если они подойдут к шахте на расстоянии выстрела... Запуск, считайте, сорван. Будто этого мало. Разведка донесла, что их сопровождают охотники. Ну, это уже... Смотрите, чего я от вас... Тревога! Прорван северный периметр. На нас движется страйдер со стороны кранов. Гонять оборону! Давайте! Где он? Все готовы? Надо остановить их. Запомни, мы отвлекаем, Фримен стреляет. Ах, не нравится мне все это. Эй, сосредоточьтесь. В укрытии начинает огонь. Фримен сделает... Да. Давай-ка еще одну. Да. На. Да.
Погоня, гоня, где еще? Вау! Так, ладно. Я так понимаю, это было запланировано. Да. Так. Одна бомба, и зачем она мне там? Давай посмотрим, что здесь есть. Понятно. Надо искать. Искать, 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 искать. Где тут еще есть? Пока ехал, столько видел. Блин, так-то если я буду бегать за ними за каждой. Не набегаюсь. Ну-ка. Маленько по-другому. Вот зараза! На. Не попал, да? Вот здесь вот должен быть. В каждом доме, да, есть такая. Интересно, сколько мне таких понадобится бомб. Нет. Ой-ой-ой. Нет-нет. Еще взорвутся, давай. Давай, 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 давай. Блин, энергия кончилась, да? Вот, уже лучше. Так. Эта штука где-то вот здесь ползает. Где она? Ты куда ушла-то? Я что-то маленько не догоняю. Ты же где-то здесь должна быть. А только где? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да я слышал, что стреляют. Вот где стреляют, я не пойму. Они уже почти у шахты. Не подпускайте их. Да где шахта-то? Не понимаю, где они стоят, конечно. Поэтому сделаем вот так. О! Сейчас уже хоть как-то видно мне их. Понятненько. Да. Уйди. Они уже почти у шахты. Не подпускайте их. Да. Маленько не так. Сейчас они уже почти у шахты. Не подпускайте их. Нет.
Да, тихо ты. Они опасно приблизились к шахте. Давай. Тишина. Вот так. Смотрите в оба. Похоже, их охраняют охотники. Они держатся единой группой. Давай-ка. Блин, я так понял, по местности надо гонять сейчас. Страйдер у водонапорной башни. Так. На машине, на машине. Едем, едем, едем. Где-то вот здесь вот. Так. Давай, 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 давай. Вот оно. Ну-ка, мы маленько не так. А если мы собьем их? Yeah. Подожди. Блин, не так. Ну, идея-то была неплохая, первоначально. Вот здесь вот бой дадим. Давай. Где тут? Страйдер со стороны кранов. Знаем. Давайте. Да вообще не то. Блин, чуть-чуть так-то. Страйдер со стороны кранов. Он подойдет первым. Надо подготовиться. Они сбивают, да? Бомба есть? Есть. У тебя-то одного сейчас. Так, не понимаю, не понимаю, не понимаю, где ты, не видел. Подожди. Я вот понял, что эта тварь сюда прошла. Да. 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 Сначала надо расправиться с охотниками.
Давай. Ну-ка, подожди. Надо вот так вот. Сколько их? Нет. Блин. Назад, 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 назад. Надо. Подожди. А если вот так вот? Они, по идее, так и недалеко. Да. 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 Спокойно, спокойно. На. Вот так. Поехали. Держать! Вы почти всех уничтожили. Поехали, поехали. Так. Еще один страйдер со стороны того, что осталось от лесопилки. Ай-яй-яй-яй. Со стороны того, что осталось от лесопилки. Ну давай посмотрим. Это вот здесь вот. Страйдер у водонапорной башни. Так, где он? Маленько не так. Так. Они собьют. Замечен у кранов.
Давай. Так. Да иди отсюда. Сюда. Сюда. Что можно взять? Берем все. Садимся, смотрим, сколько еще надо убить. Ну так-то еще немного, да? Ну я так думаю. Они же все равно должны кончаться. Да. Во-во-во. На. Сюда. Он идет. Да что это? Теперь берем, заряжаем машину нашу. Подожди. Блин, рано, да, заряжать? Еще один. Где мы? Бомба заряжена. Так, а смогу ли я бой-то там дать? Нет,
Все-таки надо там. Вот здесь надо отстреливать их. Не на то нажал. Сколько бомб можно взять? Еще? Еще? Давай. Пойдем где-то там. Посмотрим, смогу ли я вот отсюда вот. А, сбивают. Понятно. Так, еще бревнышко надо. Так. Теперь не надо. Это был последний. Стоп! Всем приготовиться! Замечен транспортник со страйдерами на борту. До высадки около минуты. Соберитесь! Сейчас будет очень жарко. Да, где он высадится-то? Нет, наоборот, где держать? Где высадка происходит? Вот теперь все. Нам конец. Так. Тут все разбито, все разнесено. Вот здесь, да, где-то? Еще один у лесопилки. Мы же вроде всех победили, или что? Они появляются отовсюду. Сейчас у водонапорной башни. Так. А бомб-то нету здесь. Здорово. Ты
они будут разносить, по, как понимаю, по пункту. Еще один страйдер у лесопилки. Еще один у кранов. Нет, не так. Маленько не так. На. На. Блин, а куда мне деваться-то? Да как так-то? А мне как жизнь-то пополнять? Еще разок.
На. Получилось! Мы отстояли базу! Хорошая работа, ребята! Пошли вы в жопу, мне сейчас где вот поправляться-то? Внимание! Внимание! Атака страйдеров отбита! Всем отрядам вернуться на базу немедленно! Повторяю, подожди! Всем отрядам вернуться на базу немедленно! Я аж вспотел, отбивая такую атаку-то. Давайте посмотрим. Мне сейчас надо жизни пополнить. Опаньки. Вот здесь вот тоже должны появиться. Так. Давайте еще съездим туда. Вот это хорошо, что появляется. Если бы не появлялись бы, хана бы мне была. Так. Что у нас имеется здесь? Здесь нету входа. А здесь уже все, они появились, все. Я как понял, да, эти базы были потеряны, и там уже последние были. Их уже раздолбили, поэтому те были базы последними. Еще раз появились? Ну, пожалуйста. Так. Так. Ну, с этими проблема, да, будет. Ну, этих я не помню, сколько было. Автомат. Это вообще без разницы. Ну, ладно. Все, заряжен. Сейчас съездим там, посмотрим, какие патроны смогу подобрать. Как понял, у нас на каждой точке свои патроны были. На базу. На базу. Едем. Ну что, что мы отбили? Атаку этих жуков инопланетных. И сейчас вот ходим, побираемся с патронами. Подайте. Отлично. Ого, Гордон, ты был великолепен. Я знаю. Ну, итак, жуков отбили. Что же нас сейчас будет ожидать? Почти готовы к запуску. Портал готов открыться, но доктор Магнусон уверен, что мы успеем это предотвратить. Поисковый маячок. Опять эти буквы. Тоже можно вычеркнуть. Вспомогательное оборудование отключено. Полезный груз, то бишь спутник. Клайнер, подожди минутку. Ну, на тебе. Время. Я вижу, устройство Магнусона сработали безупречно. Я чувствую необходимость лично поблагодарить тебя за спасение моей ракеты. Так что спасибо. Целую ноги. Довольно болтовни. Пора запускать ракету. Запускай. Мне на миг показалось, что он тебя обнимет. Оборудование запуска проверен и закрыт. Идем в центр управления. Оттуда удобно наблюдать за полетом. Что за оно-то? И снова лифт. Заходи. Не бойся, я не кусаюсь. Пока ты там развлекался, я нашла старый вертолет и подлатала его. Все готово к отлету. Нам не дают скучать, да? Не дают. Вес полезного груза превышает норму почти на 5 килограмм. Нет смысла из-за этого откладываться. Мы тут. Наконец. А, Гордон. Ты дрался как сам черт, сынок. Конечно. Не будем забывать, что устройства Магнуссона сами уничтожают страйдеров. А мне кажется, Гордон им здорово помог. Предлагаю
решили отложить собрание клуба любителей обоюдных восхвалений. 30 минут до ликвидации. Мы готовы начать автоматический запуск. Оставим эту часть города. Я нисколько не возражаю. Давай. Гордон, твой выход. Я нажал. И... Дело рук моих. Давай, козел. Приготовиться. 10 секунд. 9. Начинаем запуск. 5. Пошла. Кто пошел? Давай. Не вижу. Вот она. А и правда летит. Ух, ты. Еще как летит. Полетела. Выдох. Что ты там, Иксас поймал? Надо вывести спутник на заданную высоту и транслировать сигнал. Совершенно верно. Время уходит. Еще немного, и было бы уже поздно. Все ведь получится, правда? Обязан получиться. Обязан. Окажется, в непосредственной близости от портала мы запустим заново. Предлагаю выйти наружу. Люблю наблюдать фейерверк на открытом воздухе. Это будет невероятно. Пойдем. Нам с Магнусоном нужно снимать показания полета. Показания, так показания. Видите, как только освобожусь, ни за что не отпущу вас, не попрощавшись как следует. Хорошо, ловлю вас на слове. Все? И вас, доктор Магнусон. Да. Пойдем, старый. Мы догоним тебя, милая. Гордон, послушай нас, меня. Вот ты где. Чем дольше я о нем думаю, тем больше оно не дает мне покоя. Не думай о нем. Вне сомнений. Не думай. Обманывайся. Давай. Его нельзя извлекать на свет Божий. Шевелись. Его необходимо уничтожить. Любой ценой. Ну где же вы? Все пропустите. Батя твой тут. Встал тут. Гордон, спасибо за все. За Алекс, за всех нас. Я горжусь тобой, как гордился бы собственным сыном. Когда ты вернешься, нам о многом надо будет поговорить. Давай. Да я песика посмотрю. Вот оно. Начинается. Мы запустили резонатор. Остается ждать. Ух ты. Боже мой. Что? Портал закрыт. Получилось. Моя получилось, ракета. Гордон. Еще как закрыли. Ну, как раз вовремя. Я же говорил. Я гений. Бьюсь об заклад, комбайны сейчас психуют. Это точно, милая. Время праздновать серьезную победу. Жаль, что вы сразу же убиваете. Если бы не важность этого дела. Ничего, папочка. Мы найдем Джудит и вернемся. Пес? Давай. Гадык. Что ему в голову стрелять? Побежал. Убегай далеко. Да. Вот так вот. Бэнк. Вот так. И наш вертолет. Заправлен и готов к взлету. Будьте все время на связи. Будем. Не знаю, что вас там ждет. Отпускай ее, дед. Не волнуйся, папочка. Все будет хорошо. Алекс, мне жаль, что на твою долю выпало столько испытаний. Будь мама жива. Папа. Да ладно, не трогай бабу. Отпусти дочку с нами, ведь мы подводники. Мы все очень. Вертолет готов. А мы просили слезно. Отпусти, мама, дочку с нами. Вроде ничего. Доктор Кляйнер дал нам координаты Барея. Мы останемся на прежней радиочастоте. Вдруг Джудит решит еще раз с нами связаться. Отличная мысль. Она прекрасно может повторить попытку. О нет, папа! Вау! Гордон, помоги! А этот жук глаз этот. Папа! Алекс! Ай, эй! Папа! Беги! Как беги-то? А если я не могу? Этот корабль должен быть уничтожен. Чего бы это ни стоило?
Батя, ты подохнешь сейчас. Ты в курсе? Нет. Папа, берегись! Нет! Папа! Папочка! Давай! Черт возьми, отпусти его! Ой-ой-ой-ой! Ой, еще личинникус! О, Господи! Хватайте! Детка, закрой глаза! Я люблю тебя, папочка! Давай! Нет! 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 Вот так вот. Помер. И Фим. Да и хрен с ним. Пес. Не мог пораньше быть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, как засуетился. Пожалуйста, пожалуйста. Никаких, пожалуйста, помер батька. Вот бывает так, чё ж теперь? Бывает. Не оставляй меня, что ли, или что ты там говоришь? Ну что ж, на этом все. Да, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии. Увидимся в следующем видео, то есть в следующей игре. Пока!